Московский районный суд города Твери продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего и двух действующих сотрудников Главного управления МЧС России по Тверской области по ряду преступлений коррупционной направленности. Речь идет о Денисе Евсееве, Денисе Никитине и Максиме Мартынове. Уголовное дело, возбужденное по материалам, предоставленным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области, расследовалось в региональном следственном комитете. Теперь уже подсудимым вменяется мошенничество и получение взятки. Еще один фигурант дела обвиняется в даче взятки. Об этом преступлении мы рассказывали в патрульной службе. По данным следствия, в 2019 году должностные лица, действия группы лиц по предварительному сговору, получили взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в пользу третьего лица, а именно получения необоснованно завышенной скидки в размере свыше 1 миллиона рублей на приобретение автомобиля. Взятка предназначалась за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах двух обществ Твери в 2020 году. В ходе расследования уголовного дела следователями СК установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности подсудимых на территории областной столицы, связанных с получением взяток и мошенничестве в отношении коммерческих организаций. В рамках расследования проведено свыше 70 следственных и процессуальных действий. Допрошено более 40 свидетелей. О вердикте суда мы сообщим в патрульной службе.